Да, ребят, это та самая игра, первую часть которой мы с вами уже прошли. Не знаю, можно считать, что это вторая часть, я не знаю, честно. Но часть метро 2033 Redux мы с вами уже прошли. Ссылка постоянно находится на плейлист, собственно, да. С полным прохождением недавно, а в принципе с полным прохождением метро 2033 Redux. Вот. И там подсказочки тоже есть. С финалом, да, будет подсказочка о метро 2033 Redux. И также будет там плейлист на полном прохождении метро 2033 Redux. Вот, я буду говорить первую часть, хорошо? Ну так, вас удобно, ребят. Вот, собственно, что, это метро Last Light, мы начинаем с вами проходить, посмотрим, как вообще игрушка, да? Что здесь поменяли в итоге, и... каков же будет все-таки сюжет? Я вроде знаю, что это вообще разная, другая история, чуть-чуть, вроде как, а может та же, хуй его знает, посмотрим. Напишите в комментариях, ребят, кто знает, буду очень признателен, спасибо. Вот, поэтому, Саша, удобнее давать блинник обязательно. Поэтому сидит куш, прочепите в 5 или 50 лет, потом просмотра. Мы, собственно, начинаем проходить с вами метро Last Light. Все это, кстати, тема прикольно сделана. Все, вот начинаем. О, привет! Прикольно, кстати, сделано. Новая игра. Обычный режим. Вот для новичков режим рейнджера. Режим для настоящих ветеранов метро. В этом режиме бывалые игроки могут ограничить доступность. Ограничивает доступность интерфейса и подсказок. Бои смертельно опасны. Количество всех ресурсов в зоне жестоко ограничено. Следовательно, рекомендуется действовать скрытно. Кому, ёпта? Так, рейнджер в обычном режиме. Рейнджера элементы интерфейса доступно ограничено. А подсказки отключены для лучшего погружения в мир игры. Враги наносят больше урона, но и тоже. Но и вы тоже. Бои проходят напряженно и жестко. Количество ресурсов ограничено. Буквально каждый потом на счету. А рейнджер хардкор? Режим рейнджер хардкор интерфейс все подсказки полностью включены для достижения эффекта максимального полного погружения. А сложность игры увеличена во всех аспектах. Это максимально сложное состояние, которое может предложить вам метро 2 рейнджер. Выбор, как вы, в принципе, и в прошлой части выбирали, да? Не потому, что, типа, я не смогу влиять на максим на хардкоре, да? А просто хочется, знаете, не тупо сидеть и... как сказать... Как-то, знаете... Черные появились позже. Со стороны ботанического сада. Все, это продолжение. Черные. Огромные. На голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища. Рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Прикольно сделано. Так вот, ребят, сейчас он скажет, да, еще. Так вот, ребят, хочешь D6, кстати, вот где мы с вами сравнились в прошлой части. Значит, это все-таки продолжение, окей. Я думал, это две разные истории. Хорошо. Это вроде продолжение. И Exodus тоже вроде продолжение этого. Все, окей. Что хотел сказать. Хочется, знаете, не просто, типа, да, испытать свой скилл, но подобное на хардкоре, да, жестком рейнджер хардкора, да, почему я не выбрал. Потому что не хочется... Хочется просто именно окунуться, да, этой атмосферой, этим сюжетом. Да, местами быть, проверить свой скилл, да, как-то вот так вот, чтобы было посложнее. Вот, но не прям, что прям жестко, да, чтобы именно фокус был на вот эти вот как раз-таки разборки с мутантами, грубо говоря, да, чтобы где-то бомбил и тому подобное. Поэтому, ребят, я выбрал просто рейнджер. Тоже хардковый, блядь, тоже сложный режим. Вот, конечно, не хард, не хардкор, да, но в любом случае тоже сложный, я думаю, уровень сложности. Поэтому вот так вот, Вот, продолжить. Я вот тут недалеко раньше жил, ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Это... Что такое? О! Черт! А что, сенсор, блядь? Что-то она прям очень жестко, ребят. Очень жестко. Сейчас, секунду. Мышь. Я думаю, так нам будет нормально, достаточно. Да, достаточно. Чёрт!
Черт! Да что же это творится? Ебись, а нахуй. Другого у меня нет ничего, блядь, алло. Что, блядь? Кого, блядь? Ты что сделал? Ты кто? Что ты сделал? Ебать, это что сейчас было? Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Это ведь мы с ним, да? Встретились с первой части, кстати, помните, когда мы... Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Вот-вот, ребят, осуждаем такое курение, блядь, и, ну, и тому подобное. Помните, мы с вами в первой части, когда пришли к Мельнику, помните, мы когда поднимались наверх к Мельнику, там был он вроде как. Ну, знаешь, кстати... А я все привыкнуть не могу. Ну, кстати, скажу вам, графика намного лучше стала. Еще получше стало. Анимации и персонажи проработали. Классно. И что, помогло? Здорово. Не успели. Этот парень, кстати, был в той группе, которая D6 простоит. Я на поверхности сразу последний. Я вот не могу... Давай. Это вроде все спокойно было на болотах. Видишь вешки? Идешь по ним, что у него там. Привет, Артём! Здорово. Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипируем. Давай. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки, что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай, зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять, бьют они больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных это патронов мы знаем, или да. Нужное снаряжение. Ага, отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. Давай, как? А как выбрать-то, ёбан? Стой! Разрезай! Положить оружие! А! Ух, проверка ебать, мишени. Что это? Омерзительно! Вы что, специально? Вентиль, это винтовка, изъязвляющая в условиях метро, отдельными умельцами, отличающими... О, оружие добавить новым. Будете у меня до посередине отличается своей поточностью и мощностью. Отличное оружие для дальней дистанции. Обычный калашик. Калашик с чем-то. Какая-то залупа. 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 Дробовик. Так, вот это нам надо, стопроц. Лично я без пистолета никуда. Стой! Надежная машина и точная. Положить оружие. А вот к этой красавице в придачу нужно что-то для ближнего боя. Зато на расстоянии винтовки незаменимы. Отвратительно! Позорище! Если
всерьез стрелять понадобится, я лучше носачей наберу, чем вам оружие дам. Так. Это нахуй не надо, ребят. Сюда. Это мы помним, да, ребят, что? Длинный ствол, да, решает. Удачи! Заходи еще! Ну как, понравилось? А где тир? Пошли в тир. Слышали сегодня приказ? Метро про находку ДЖ. А как в тире-то, брат? А, на что? Хочешь другую пушку испытать? Выбирай, есть еще. Полковник говорит, кто-то проболтался. Пошли по всему. А где тир-то, ёбаный рот? Как может. Это просто праздник какой-то. Что за результаты? Ой, ему оставляем, ребята. Пока все десятки мне закрытыми глазами встали. Так, ну это, знаешь что, вместо вот его мы пока что, да, возвращаем. Сейчас особо точно ты мой свозляю при всем вести огонь. Бля, дроба что ли взять? Где он? Вот такой дробаш. Это автомат. Вот дробаш единственный только есть, да. Да, посмотрим, лучше что это такое. В ближнем бою ничего нет. Главное, не пытайся издалека стрелять. Без толкует. Вы что, специально? Носачи лучше стреляют. И не говорите, что прицел сбит. Я сегодня все пристрелял сам. Будете у меня до посинения тренироваться. На эскортную. Заряжай. Огонь! Ну не так прям долго. Ну давай, ладно, с этим пока поиграем. С снайпой и с дробовиком. Потом еще посмотрим. И провизии у нас тут полный миллион зверей. И супероружие. И черти что. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большое собрание. Что-то жареным запахло, а? Эй, открой. А я вчера дежурю в командном пункте. Ну и подслушаю. А что, вы хорошо воздуете бесы? Так, Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чем? У ребят из охранной лаборатории спроси. Черт! Что он там уже натворил? Открываем. Ладно, пошли. Ты мельник, блядь? Ну, брат, ебать тебя, конечно. Ну, ладно. В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жены рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Д6, мы. Перестань нести ерунду. Мы в Д6 в итоге, смотри. Где мы как раз закончили. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и макил все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо. Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ладно, пошли. Да, взять-то мы Д6 взяли. Но сколько ждут выходов и входов? Целый город, тайники, бункеры. Говорят, хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Особенно те, что к красным и к фашистам поближе.
Фашисты зашевелились. Мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызывать? Приказал отсюда людей выводить. Всех забираем а сюда. Что не поделили-то? Послушаем, что на собрании скажут. Что они вообще дерьмовым? Герман, эти к Мельнику в штаб. По вызову. Так точно, что Мельник говорил. Проходите. Я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Артем. Я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артем. О, помню это, помню. На твоей родной станции погибли. Хантер – лучший боец Ордена тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные худшие из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, черный один, он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. Артем! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, кролик? Давай за мной. Какой кролик? Ты слышишь, бля? Артем, сейчас ты отсосешь, скажу сам. Прямо. Черные тебя чувствуют, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. После меня, если да? Черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Если ему удастся уйти, метро может ждать катастрофа. Так что, если не сможете взять живым, берите как получится. Есть! Выполняйте! Она, блядь, лучше, блядь, этот нахуй. Заметка 1. Я должен сделать то, что от меня требовал Хантер. Что мне приказал Мельник и чего от меня ждет Анна? Я должен доказать всем им, что заслуживаю чести быть бойцом. Ордена, посвятить свою жизнь защите человечества, защите метро. Никто, кроме меня, не подходит для этого задания. Я единственный, кто оказался неуязвим для черных. Возможно, я был рожден для того, чтобы избавить человечество от них раз и навсегда. И теперь я в шаге от завершения миссии. Почему же тогда у меня так неспокойно на душе? Че, лучший снайпер после меня? Давай. Отсосешь, ты говорю, блядь. Причем по факту. Чё, нет, еще когда? Скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Не факт. Отойди от края платформы, подаем монорельс. Не факт. Злая ты что-то, что злая, что не ебу, да, уже давно? Ой, что, блядь? Не было секаса, да? Ну давай устроим, пока будем ехать, хули нет. Осуждаем, блядь. Такие шутки. Да, кролик, заскакивай. Какой тебе кролик, ты, блядь? Блядь, я тебе говорю, ты отсосешь в моменте, блядь, серьезно. Ты реально отсосешь, блядь. Все, кролик, это место тебе исчерпало. Кого? Пиздец, блядь. Бьет обзывается, нахуя. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло.
Никто и ничто не могло выжить в этом аду. Но Хан нашел там Черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его. Завершить начатое. Поезд в прошлое. Let's go. Let's go. Так, дробаш есть. Раньше все это было обычным делом. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не да, знаете. Графику подтянули, конечно, да. Подтянули. Молодцы, молодцы. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, готов? Осторожно, двери закрываю. Да как нехуй. Удачи, ребят. Время-то нам сейчас кстати. Кстати, Артём. А что ты отстаёшь? Тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник чёрных наводить. Хорошая примета. Тогда всё нормально получилось. Правда? Че ты такая медленная-то? Это же лучше, блядь. После меня, конечно. Ну, ёпта. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота, я держу проход. Молодец, как? Справился. Просто смотришь на него, блядь? Давай не пизди. Иди отсюда, блядь. Уёбываешься до хуя что-то, блядь. Честное слово, блядь. Тут все чисто. Выдвигаемся. Правда? Да уж, трэш. Так, по плану впереди вход в коллектор. Не, ну если мы с ним, конечно, прибушки будем устраивать в будущем, то ладно. Давай, блядь. Направо. Что осуждаем? Что-то их спугнуло. Будь начеку. Мать, да не переживай ты. Давай, давай. Зараза, вот эта скорость. А где прицел мой? Что, блядь? Думаю, тут ничего серьезного не будет. Думаешь? Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим. Мать, подожди. Или кто? Скажи, блядь. Я, блядь, отличить тебя, знаешь? Опа. А в чем он подбирается, блядь? О. Заметка 1. Пепелище. Может, дело и не в черных. Время сейчас тревожное. Орден похож на растревоженный улей. Созданный когда-то, чтобы уберегать метро от любых опасностей, он сам навлек на жителей подземки страшную угрозу. Когда мы проникли в D6 и нашли огромное запечатанное хранилище, казалось, что мы спасли человечество. Запасами, лекарств и продовольствия, которые тут должны храниться, с действующим ядерным реактором. В метро можно будет оставаться сколько угодно и дожить до того дня, когда радиация на поверхности угаснет. Когда мы сможем вернуться туда и снова сделать землю, блядь. Охуенно, землю своим домом. Хорошо, хорошо. Вот для этого сюда пришел, да, собственно, блядь. А, какой-нибудь лутик, чинилутик будет. Ну, нет, так нет, ладно, хуй с вами. Поверхность, надевай противогаз. Разберусь без тебя. Спасибо. Уля. Ла-ла-ла. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. Кому рассказываешь, блядь? Помоги-ка. Сразу видно, много выебываешься. Ну ладно, ладно. Не буду так жестко троллить. Так. Хорошо. А прицел у нас не будет, двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Поехали, поехали. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? Да, я простая девчонка. Мне тут оставаться нельзя. Теперь слушай внимательно.
Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черные тебя почуют и сам вылезет. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. А может наоборот, я тебя буду прикрывать? Давай ты не будешь уебываться, хорошо? Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Да, если у тебя дрогнет рука, я тоже буду, знаешь, не против. Ну, в особенности в одном месте. Ну ладно. Ну ладно, 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 все, хватит. Опа, нам значит сюда, да? Опа. Какого хуя? Какого хуя? Блядь! Ну ладно. Я на месте. Вижу тебя. Так. Слушай, где ты, мать, ебаный рот? А, вон. Что-то чудит. А хорошо, вот тут все зачужили. Одни ворон. Смотри, хочешь прикол покажу? Странно. Смотришь? Ладно, не двигай патроны. Двигай в том направлении. Я прикрываю. Да, да, прикрывай, блядь. Сейчас, как всегда, нахуй хуй прикроет меня, блядь. Мне саму разбираться с этой системой. Есть какое-то движение. Приготовьтесь. О, добрый вечер. Ребятки, я по вам соскучился. Это стражи. Бля, прицел нет, это сложненько. Успел забыть. Держи, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Ну похуй. Поехали. Мать, ну это нихуя себе. Смотрите, мы с тобой хорошая команда, да? Ой. Ой. Что съебало? Мальчик, все хорошо. Так, вроде все почистили. Ты цел? Да, эй, ты. Ты цел там? Да, да, ты. А не такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артем. Спасибо. Может, поебел? Ой. На краю воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Ну, конечно, нам туда дальше будем идти. Так, давай влево. Там есть обход. А прицел снег, потому что, да, я правильно кажется, понимаю? Вижу. Потому что у нас с вами тебя. Этот. На 2 часа. Почти вот очень сложно. Качество почти сам максимум. Почти сам максимальный уровень сложный, ну, правильно понимаю? Ты? Давай. Да. Так, подожди, мать. О, бля, нахуй. Дьявол, вот это скорость. Как это он? Обходи слева, он еще там. Беру на мушку. Не сюда, блять. Постой. Он должен быть тут. Следит за тобой. Вижу. Сейчас я ему гаду. Прыгай за ним, Артём. Там не обойти. О, здорово. Он малой же, блядь. Нахуй мне за ним прыгать. Нахуй мне вообще стреляет. Налево. Какое лево, блядь. Смотри, бля, болото ебаное, блядь. Так, бака видел. Тихо. Малой, ну стой. Шо это, блядь? Ебать, их смотри, как было. Охуеть. Нам показали, да, финал. То, что сейчас, если что. Ну, что было с их стороны. Тепленький. Гутен морг.
тебе. Ты чё, блядь? Нормально, блядь. Существо, которое встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести. Господин штурман! Ребят, давайте мы с вами в следующий ряд пройдем, да, мы так чисто посмотрели сегодня, да, поэтому такая не... Я не сказал бы, что короткая серия, но на полчасика нормально, я думаю, будет. Спасибо за просмотр, какая серия была, в принципе, все, ребят, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.